Доброго времени суток, с вами Алиус и игра под названием Everspace. Именно про нее я говорю, когда говорил, давно забытая, в принципе, но незаслуженно забытая игра. Итак, посмотрим, что у нас тут есть. Я ее вот с самого начала сейчас включил и, собственно говоря, играл в нее достаточно мало, поэтому многое для меня будет в новиночку. Это обучение сейчас. Посмотрим. В этом видео, наверное, говорить я буду мало. Больше расскажу чуть-чуть позже. А пока смотрим, как все это выглядит. Точка пути. Ну, это просто тренировочка. Да, постреляем. Okay. Сначала импульсным, потом гатлингом. Ну, сначала импульсным по щитам, соответственно, а потом гатлингом уже добивать. Щиты сбили, теперь гатлинг. Ну, ничего так, нормально. Бывало и хуже. Теперь ракетами будем стрелять. It appears as if you're ready for the next stage. Ну что ж, теперь полетим в другую систему. Посмотрим, что там находится. Так, выберем систему и направимся в нее. Вот там перемещение написано. F надо нажать, да? Все окей. И мы в новой системе. As you can see from your fuel gauge, a substantial amount was consumed during transit. You should aim to refill the jump drive completely. There is a mineable asteroid nearby. Shoot at it to extract fuel. Короче, сейчас будем добывать топливо и посмотрим, как это топливо добывать, в общем. Глупо сказал, ну ладно. А, ну вот, стреляешь и добываешь. В принципе, ничего нового. Во многих играх такая же система добычи идет. Если говорить про онлайн, допустим, есть же этот... Star Conflict, хорошая игра, кстати. Может быть, кстати, сделаю на нее видео, поиграем. И вот там тоже добыча происходит так. Я не знаю, есть ли там специальные майнинговые дроны или какие-то корабли. Я не помню, чтобы они были, но может быть они есть. И там вот добыча вот так же происходила. Ну, посмотрим, что тут дальше есть. I have located a container at some distance. Ah, resources. And a weapon.
but you don't have a free slot to install it. Decide for yourself whether you want to equip. Видите, оружие не могу установить, потому что оно у меня уже занято. Поменяем. Там импульсный лазер. А мне предлагают сейчас. У меня стоит импульсный. А мне предлагают какой? Не вижу сейчас, что там было написано. Как тут это заменить? Сейчас посмотрим. Выбрать прокрутка. Вот, разобрать, наверное. Я его снял. Я поставил себе пучковый лазер, то есть такой прямой луч. Ну, кстати, по-моему, помощнее идет, но там свои минусы, свои плюсы у каждого оружия, естественно. Куда же без этого? Кажется, на нас напали. Оружейный привод включил. Ну, попробуем. Попробуем так. Да. Так, пока целый я. Да, боевка, конечно, это не совсем мое, но ладно. It appears, however, that we have exhausted our possibilities here. I suggest advancing to the next location. Нам предлагают переместиться в другой район. Ну, я так понимаю, что в этих местах можно еще изучать, но они не очень большие. Это все-таки не какая-нибудь там РПГшка или космосим. Это скорее экшен такой. Космосе на кораблике. А сейчас еще объясню, наверное, чуть попозже, как разберемся со всем этим, что из себя представляет данная игра в принципе. Полетели дальше. Это будет очень интересно, я думаю. О, опять астероиды, опять кольцо. Ну, астероиды здесь основной этот пейзаж, который мы видим. В принципе, красиво. Я думаю, даже можно немножко улучшить изображение. И так, нам что, на включение форсажа огонь из основного... А, форсаж включаешь, тратится сила оружия и там что-то. Что-то в этом роде, в общем. Посмотрим сейчас. Так, топливо нашли. Прекрасно, у нас есть топливо. Там какая-то станция, это торговая, по-моему, да? Было написано. Refuel? Trade parts? You're learning. Я не помню, в чем там предыстория, к сожалению, я случайно прощелкал заставку. Но я так понимаю, этот пилот то ли очнулся, то ли еще что-то в этом корабле. И вот... Так, серьезная ситуация опять. Нападение, и не один даже. Ох ты, сколько их тут. А, щиты слетели! Ужас! А что же нам делать-то? Так, у нас и корпус вообще пробит уже больше, чем половину. Надо сваливать, мне кажется. Получится ли свалить? Вот вопрос, или нет. А? Сейчас называется. Прям мы так и свалим. Дотянуть до той базы, там по-любому какие-нибудь, не знаю, что-нибудь, что нас спасет. Нет. Ракеты не пом... Блин! Все. Прекрасно, мы готовы. Там статистика написана, что у нас. Итак, рассказываю, в общем, раз у нас небольшая пауза выдалась, расскажу. В общем, это экшен, по сути дела, но тут есть одна особенность. Это экшен во вселенной, где мы по разным местам летаем вот этим вот. И тут постоянно все меняется. Враги, там еще что-то. Я так понял,
при каждом вот этом вот смерти ты теряешь, во-первых, по-моему, инвентарь, и начинаешь на том корабле, на котором был. По-моему, так. И каждый раз ты попадаешь в новые условия. По сути дела, нельзя пройти эту игру, как я понял, разработчики говорили, и что будет всегда одно и то же. Нет, все время будет что-то меняться. Кстати, да, тут можно будет покупать корабли, менять вооружение, там параметры, еще что-то. Кодекс, кстати, описание лора очень хорошо, что он есть. Надо обязательно будет немножко вникнуть. И... в общем, вот такая вот игра. Кстати, сейчас разрабатывается вторая часть. Я не знаю, когда она там выйдет, но я так понял, она будет даже намного интереснее, чем первая. Посмотрим, посмотрим. Я думаю, да. Ну так и эту надо посмотреть перед тем, как покупать новую. Так сказать, посмотреть, что было до нее. Посмотрим. В принципе, вот там всякие параметры можно делать. Вон, я только что применил что-то. Совсем еще не разбираюсь, но, возможно, кто-то знает, как это все делать, но я не знаю. Вот у нас кредитов только сотни осталось. Ну, ничего, я думаю, сейчас на новые наработаем. Ладно, поехали дальше. Наверное, надо нажимать на вылет. Да, вот. Готов идти на смерть, да. Короче, будем летать по принципу... Что там с видео? Будем летать по принципу средней тяжести, так сказать. На легкую я переключусь только в крайнем случае. Вот где я появился, вопрос. В той же системе или нет? По-моему, в другой. И у меня уже другие... ситуации. А оружие, кстати, такое же, как было в самом начале. То есть, все слетело. И вот, кстати, этого... Что там такое? Торговец, что ли? Или какая-то хрень? Этого не было. Случайно нажал на этот... улучшение оружия. Хотя, блин, не зря тут опять напали кто-то. А, дроны какие-то. Вот дроны, да. Сейчас мы их немножечко... Там как... Они что-то защищают. Похоже, клад какой-то. О, желтым. Желтым, кстати, по-моему, обозначаются нейтралы, те, которые нас не будут трогать. Вот они сейчас нам помогут, я думаю. Это служба безопасности, по-моему, такая местная. Это они пусть мочат пиратов, и мы немножечко поможем, чтобы особо прям сильно не встревать. Там, похоже, есть что-то нам полезное. Сейчас посмотрим. О, что за хрень? Так. Ну, что-то да, такое. Ну что ж, полетели дальше, наверное, или чего там?
Я что-то не пойму, что там. Да. Ничего не могу сделать, похоже. Вот, я вдруг опять в начале оказался, получается, только как-то по-другому все, что ли. Ну, по карте, если смотреть. Ладно, полетели отсюда. В следующую локацию. Руда, вот, руду тоже добудем. Ну да, таким же способом она добывается. Все стандартно. Стреляй, и будет тебе счастье. Ну, такая схема здесь. Что-то собрать можно, я так понял, но у нас, по-моему, из того, что можно собрать, уже это, эти предметы есть, или кислотные ракеты, что-то не хочется заменять. Ну, то есть, есть то, что, в принципе, создавать это что-то уже нет смысла. Ну, может быть, если повредят, то да, это имеет смысл создавать. Легкий истребитель ГЭБ. Это вот ГЭБ, это эти. Как раз служба безопасности или что-то в этом роде. Или местная власть. Я не знаю. Но они ко мне относятся нейтрально на данный момент. Всегда можно здесь, я так понял, настроить их против себя, нападая на них. О, враги появились сзади. Окар. Какие-то окар. Рептилии. Рептилоиды, короче. Напали на нас рептилоиды. Не, взрываются прикольно, конечно. Пулемет плюс, вот заменить, пожалуй, стоит. Был обычный пулемет, станет пулемет плюс. Да, астероиды, астероиды, еще раз астероиды. По-моему, это девиз этой игры. Еще знаете, что мне напомнило, где астероидов много? Ну, там, конечно, поменьше. Это No Man's Sky. Возможно, тоже сделаем видео по ней. Сколько видео, смотрите. И про Star Citizen надо, и The Crew, и это. И... Я всего не успеваю. Ну ладно, посмотрим. Может, на самом деле будет видео чаще выходить со временем. А может и реже. Ладно. Главное, они будут выходить. Пока что два раза в неделю, но посмотрим, может быть, получится и чаще. Зависит от занятости. Так, опять по нам стреляют. Разведчик. Вольницы. Вот эти вольницы — это пираты. Ну, условно говоря. Кары — это рептилии. Вот мы уже немножечко лор изучили.
Аварийный маяк ГЭП. Что же это у нас такое? А, понятно, смотрите, можно вызвать вот этих ГЭП на помощь, если это поставить вместо увеличителя щита. Но я думаю, что увеличитель щита мне гораздо нужнее. Если бы я мог разобрать этот маяк. Или можно. Я немножко в управлении до сих пор путаюсь, как это, что, к чему. Все-таки... Ну ладно. Не знаю. Ну ладно. Обойдемся без него. Я думаю, отсюда можно улетать в следующую систему. Ну, нам сюда, я так понимаю. О, торговец. Полетели. У нас, по-моему, что-то есть, можно продать. И вот это как раз то, что нам нужно. Говорят, большая удача в таких краях встретить торговый корабль. Так что надо воспользоваться этой удачей. Какой-то гель, не знаю. Вот руда была. Надо продать и получить какую-то субстанцию. Я так понял, из субстанции можно делать что? По-моему, вот как раз собирать что-то. Вот субстанции, вот это. Это все материалы для сборки. Demarcation lines between colonial and native Okar interests are still in dispute. Кристаллы, ой, и враги. Опять эти пираты. Будем их условно именовать пиратами. Раз они мешают. Как во всех таких играх. Мешают, значит, пираты. Либо... Просто отрицательная фракция. Точнее, фракция, враждебно настроенная к твоей персоне. Так скажем. Вот так вот. Но здесь таких, я так думаю, предостаточно будет. Вот сейчас нароем этих кристаллов и продадим. Будет замечательно, я думаю. Там что-то еще есть. Вот. Контейнер с чем? С технологией. Ну-ка.
Какая-то штука выпала. Ракета щитолом. О! Да, слушайте, надо ее брать. Хоть она и корпус меньше, но зато щиты будем сбивать на раз. И оружейный привод плюс. У нас стоит простой, поставим плюс. Почему бы и нет? И будет у нас успех и победа во всех наших начинаниях в этом нелегком пути в космосе. Вот как. Не знаю, еще что-то здесь есть полезного или нет. Я случайно щиты включил. Что-то это... Не ту кнопочку нажал. Можно ли тут вообще крутить головой? О, вот... Зажимаешь... Alt и крутишь. Прекрасно. Ну, я думаю, пора лететь дальше, в следующую систему, и посмотрим, что будет там. Так, а у нас там какая-то гиперврата. Вот что там будет в этой системе. Это прекрасная новость. Значит, мы свалим из этой галактики, или что это? Скопление систем. А, это я в одной системе летал, а не между планетами. А гиперврата уже в другую систему летит. Что-то плохо очень все. Очень плохо. Так, щитов нет, корпус... Корпус, все. Сейчас и корпуса не будет. А... Нет. Так, так, так. Все вроде. Фух. Удалось их победить. Только мне кажется, мне нечем ремонтироваться. Вот в чем проблема. Щиты-то я восстановлю. А вот чем ремонтироваться? Ой, опять истребитель. Далековато до него. Это хорошо. Попробуем куда-нибудь двинуть. Может быть... В этой... Около этой планеты какая-то... Не знаю, что здесь. Может быть, отремонтирует кто-нибудь. Или найдем материалы для ремонта. В общем, надо попробовать. Корабль сильно побит. Стекла какие-то... Мигает все. В общем, плохо все, очень плохо. Опять враги. О нет. Блин. Как неудачно-то, а? Опять они. Красота! Ну ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, посмотрим на эту игру потом еще раз. Так что всем удачи, всем пока и до новых встреч. Спасибо за просмотр. Всем пока.